Здравствуйте. Добрый день. Вы не подскажете, где-то здесь детективное агентство? Слушай, вы попали как раз по адресу. Я и есть частный детектив Игорь Лукин. А чем могу быть вам полезен? Ой, извините, я первый раз... Да вы не волнуйтесь. Рассказывайте, что случилось? У меня муж умер. То есть не умер, а несчастный случай. Знаете что, давайте поднимемся ко мне в офис, и я вас там выслушаю. Хорошо? Там спасибо, все расскажете. Сюда, да? Да, прошу вас. Понимаете, пришла с работы, а мы ремонт делали, в спальне сами делали. Здесь меня не было. Муж упал со стремянки и ударился головой, виском ударился. Ну, понимаете, скорая помощь, милиция начали что-то фотографировать. А что там фотографировать-то? Я его уже на диван перетащила. Ну, в общем, дело заводить не стали. Ну что ж, я вам соболезную, конечно, но пока что ничего необычного я не вижу. Ну, тут похороны. В общем, я спальню закрыла. Понятно. И убираться уже начала после поминок. И вы знаете, я там обнаружила одну вещь. Вот мой офис. Давайте пройдем. Спасибо. Вот. Вот. Что я нашла в ведре с клеем? Угу. Я сама клей разводила, там ничего не было. То есть вы хотите сказать, что раньше этой вещицы в вашем доме вы не видели? Да. То есть у дочки был пинцет, она им брови дергала. Но сейчас она живет отдельно. Спасибо. А у вас одна дочь? Нет, еще есть сын. Но я же сказала, они отдельно живут. Вы говорили, что в тот день были на работе. Скажите, а у вашего мужа был выходной, стало быть? Ваня у меня бывший военный. Он уже на пенсии. Вас как зовут? Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, давайте мы пройдем в мой кабинет, и вы мне там все подробненько расскажете. Спасибо. Прошу. Спасибо. Ё-моё! Дядь, вставай. Закурить есть? Нет, не курю. Что, жалко, что ли? Да не жалко. Веселый парень, с утра выпил, весь день свободен. Да, слушай, может, надо было с ним поговорить? Он, наверное, из этого дома. Да с ним поговоришь, он лыка не вяжет. Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Могли бы нам уделить несколько минут? А вы кто? Мы работаем в частном детективном агентстве и хотели бы поговорить с вами по поводу вашего соседа Ивана Семеновича Платонова. Я вас слушаю. А может быть, в день его смерти вы заметили что-нибудь странное? Ну, посторонних людей, например. Посторонних нет, я не видела. А вот Танюша, дочь Галины, приходила, я ее заметила в окно. Часа в три было. А сын часто здесь бывает? Да бывает. Молодой человек, никак не могу справиться с банкой. Откройте, пожалуйста. Насчет Саши. Знаете, он из непутевых. Пьет, семьи нет, денег постоянно тоже нет. Придет, нас занимает, а отдавать не отдает. Спасибо. Так Галина тайком от Ивана сама расплачивалась. Хоть и пасынок ожалеет. Значит, он Галине не родной? Нет. Но она его с детства воспитывала. Спасибо, вы нам помогли. Спасибо большое. Вы еще к Виктору зайдите. Может, он что-то видел. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Мы из частного детективного агентства. Нам нужна ваша помощь. К вашим услугам. А нас интересует тот день, в который погиб ваш сосед Иван Семенович Платонов. Ничем не могу помочь, друзья мои. Меня в тот день не было дома. Я о трагедии узнал только вечером. Это ужасно. Такая нелепая смерть. Извините за беспокойство. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы в этом доме живете? Да, в этом. А вы что-то хотели? Да, мы представляем частное детективное агентство. Мы опрашивали соседей Платонова Ивана Семеновича. Вы ничего не заметили странного в день его смерти? Может, я пока вам помогу подержать? Ну, подержите. Скажите, а может быть, вы видели в день его смерти каких-нибудь незнакомых вам лиц? Да, я тут видела
на этаже мужчину незнакомого. Он звонил в квартиру Платонова. На нем была фуражка желтая. И был в руках у него пакет. А приблизительно в котором часу это было, не помните? Собес я как раз шла. Это в 11 было. Ну, может быть, чуть раньше. Итак, что мы в результате имеем? Никто ничего подозрительного не видел. Но есть дочь, которая приходила к отцу в районе 15 часов. И есть человек в желтой фуражке и с пакетом, который приходил в 11 часов. А желтые фуражки носят нью-йоркские таксисты. Может, они заезжали? Ну, юмора вам не занимать. Однако у нас не Нью-Йорк. И, кстати, желтые фуражки носят курьеры фирмы «Гепард». Доставка ценной корреспонденции. Ну что, согрелись? Почти. Отправляйте сейчас в «Гепард» и узнаете там, от кого, что и когда. Ну, а дочь я беру на себя. Извините, пока мои оболтусы в детском садике, нужно все белье перегладить. Вы чаю не хотите? Не беспокойтесь. Я просто хотел у вас спросить. Скажите, вы не видели вашего отчима в день его гибели? Нет, не видела. А подумайте хорошенько. Вспомните, были вы у родителей где-то в районе 15 часов или не были? Были. Но мне уже никто не открыл. А ключей у меня с собой не было. Нам нужно было поговорить. Иван Семенович хотел писать завещание, и квартиру хотел отписать Сашке. Ну, и я как-то надеялась убедить его этого не делать. Одним словом, это наше семейное, это долгая история. И к делу это никакого отношения не имеет. То есть вы считаете, что ваш сводный брат не имеет никакого права на квартиру отца? А вы считаете, что опустившийся тип, у которого нет ничего человеческого, имеет на что-то право? Он же пропьет эту квартиру, как мама не станет. Добрый вечер. Здравствуйте еще раз, Игорь Петрович. Мама, опять твой контроль? Я фрукты принесла. Здесь яблоки, апельсины, мандарины. Спасибо. В холодильник положи. Хорошо. Так вот, я говорю, что он пропьет эту квартиру. Как тебе не стыдно, Татьяна? Мальчика лечить надо. А кто его лечил в прошлом году, ты не помнишь. И чем это все закончилось, ты тоже не помнишь. Мам, ты себя пожалей, ты меня пожалей, внуков своих, родных пожалей. Я не знаю, как там и что было, но я точно знаю, что у Сашки всегда был свой ключ. Он сам мог войти в эту квартиру, толкнуть эту стремянку и... Прощай, папа, здравствуй, наследство. Не слушайте ее. Санька хоть и не путевый, но он отца любит. Любил. И убил. Давай я помогу тебе. Танюша, давай помогу. Не надо, мама. Не слушайте. Татьяна, как вы считаете, где сейчас может быть Александр? Магазин на Озерной, знаете? Да, знаю. Сходите туда, проверьте. Обычно они там собираются. Небритый такой, лохматый. В грязной красной куртке вечно ходит. Таня. Проверьте. Он пьяный такой дурной становится. В детективное агентство обратилась Галина Платонова. После трагической смерти мужа она нашла в доме пинцет, который раньше никогда не видела. Галина думает, что мужа убили. Соседи сообщили, в день происшествия к Платоновым приходила дочь Татьяна и человек с пакетом в руках. Татьяна подозревает в убийстве своего сводного брата Александра. Игорь Петрович, есть информация. Так, что у вас в «Гепарде»? Да, они доставляли ценную бандероль. Платонов принял ее в 11:10. Адрес отправителя. Поселок Заречный, Лесная, 16, квартира 38. Угу. Отправитель Платонов Николай Викторович. Еще один Платонов. Интересно. Заречный. Ну, Заречный здесь недалеко. Я думаю, за день обернусь. А вы завтра отправляетесь на Озерную. Там на углу магазин, знаете? Знаем. Так вот, там надо понаблюдать за Платоновым-младшим, Александром. Понаблюдайте за ним и постарайтесь выяснить, где он был в день смерти отца. У Татьяны на его счет очень серьезные подозрения. А как мы его узнаем? Со слов Татьяны, личность приметная. Значит, лет 25, потлатый,
такой помятый, небритый, ну, типичный вид алкоголика, и в красной куртке. Вот, мы такого одного как раз видели около подъезда Платоновых. Да, очень похож. Да. Ну, а теперь такого поищите на Озерной. Хорошо. Детектив Игорь Лукин приехал в поселок Заречный, чтобы познакомиться с Николаем Платоновым и сообщить ему, что родственник, к которому он отправил бандероль, умер. Здравствуйте. А мне нужен Платонов Николай Викторович. А вы кто ему будете, родственник? Да не совсем. А не совсем, так и нечего тут. Извините, извините, а вы знаете Платонова Ивана Семеновича? Ой, мог бы и сам приехать. Чай не чужой человек-то. Ну, помог бы дядьку похоронить по-людски. Простите, а вас как зовут? Полина Тихоновна меня зовут. Полина Тихоновна, понимаете, Иван Семенович никак не мог приехать. Если вы не возражаете, я зайду и все вам объясню. Ой, ну, заходите. Спасибо. Я за Николаем Викторовичем ходила. Ой, какой же он человек был. Перед самой смертью пригласил этого, как его, ой, господи, нотариус, что ли, квартиру на меня записал. Все бумаги у меня есть, все бумаги. А на племянника своего, вот военного-то, он тоже что-то записал. Я сама видела, как он пакет большой передавал нотариусу и расписку с него взял. Скажите, а что в пакете-то было, не видели? Да кто его знает, чего там у него было. Я же за этим не следила, я все больше вот на кухне да со стиркой. Понятно. Полина Тихоновна, а скажите, чем в последнее время занимался Николай Викторович? Да все больше книжки читал, альбомы перелистывал, писал что-то. Могу я посмотреть комнату Николая Викторовича? Ну ладно, пойдем. Вы уж извините, тут я еще не убиралась. Тут все как при нем. Надо бы все лишнее собрать, да и выбросить. Ой, господи. Полина Тихоновна, извините, пожалуйста, можно взглянуть? Да гляди. О, он как раз перед смертью этот конверт подписывал. Подписал, вложил в него что-то, хотел отослать, да потом передумал. Угу. Передумал. Потом переложил в другой конверт. И вот тот другой-то конверт, он своему племяннику-то, царствие ему небесное, вот ему это отослал. Полина Тихоновна, а вы не подскажете, что здесь написано? Что-то, смотри, цифры, слова, что-то не разберусь я в этом. Ой, да я не знаю. Он последнее время в эту тетрадку все что-то писал. А что писал, зачем писал, я же не знаю. А вы не будете возражать, если я и тетрадочку эту, и конвертик заберу? А, ну убери, ежели тебе надо. Да. Я бы все равно выбросила. Ну вот спасибо вам большое, Полина Тихоновна. Пожалуй, я поеду. А вам, как говорится, не болеть. И всего-всего самого наилучшего вам. Ой, ну, с Богом, поезжай. Спасибо вам еще раз. О, а вот и наш знакомый. Да, в натуре. О, Саня, здорово. Слушай, ты когда принесешь? Что? Скажи, да все нормально, принеси. Нормально. С тебя пузырь, долг спишешь, да? О, тебе за бутылку списать тебе долг. Да а он наглил. Давай, Леха. Леха. Ты только пузырь сейчас давай. А-а-а. А там меня колбасит с утра. Ой, пошли, мужики, пошли. Так, надо шефу позвонить. Да, Сереж. Игорь Петрович. Они на Озерной, да, как вы и говорили. С ним еще двое. И он должен принести Лехе какую-то вещь, за что Леха ставит ему бутылку и прощает долг. Продолжайте следить дальше. Да, все. Хорошо. Что сказал? Приказано продолжать наблюдение.
Детектив Игорь Лукин едет по адресу, указанному на неотправленном конверте. Он рассчитывает, что человек, проживающий по этому адресу, сможет прояснить ситуацию. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, Сергей Васильевич? Да. Я по поводу Платонова Николая Викторовича. Платонова? Ну что ж, проходите. Спасибо. Скажите, с Колей что-то случилось? Он давно не писал мне. И потом я сам. Все дела. Извините, Сергей Васильевич. Дело в том, что Платонов Николай Викторович неделю назад умер. Господи, и предположить не мог. Хотя в нашем возрасте это бывает. А кем вы доводитесь? Я частный детектив Лукин Игорь Петрович. А позвольте поинтересоваться целью вашего визита. Понимаете, перед смертью Николай Викторович намеревался отправить вам нечто в крупном конверте. Но потом передумал, и это нечто отправил своему внучатому племяннику. По неотправленному конверту я нашел ваш адрес. Меня интересует вот эта тетрадка. Понимаете, здесь для меня много чего непонятного. Какой-то реестр, вот посмотрите. Это марки, молодой человек, это марки. Знаете, у него была уникальная коллекция. Сергей Васильевич, из ваших знакомых коллекционеров в последнее время никто не интересовался коллекцией Николая Викторовича или, скажем, отдельными марками? Да. Вот здесь я вам сейчас покажу. Идите сюда. Под номером 4 у него зашифрована марка «Оранжевая республика». Очень ценно. И как раз 2 дня назад мне звонили и интересовались стоимостью этой марки. А вы мне не могли бы дать координаты этого филателиста? Фамилия его Савин Виктор. А, ну, адрес, конечно же, не знаю. Ой, вы знаете что? Вот же у меня... Он звонил по мобильнику, и я внес его в память. Сейчас, одну секунду. Вот. Секундочку. Спасибо. Записал. Если вдруг понадобится, могу я представиться от вашего имени, сослаться на вас? Конечно, если это так необходимо и так важно. Скажите, я так понимаю, что судьба коллекции под вопросом? Понимаете, в чем дело? Скорее всего, коллекция украдена. Алло. Да. Здравствуйте, Виктор. Вы меня не знаете. Добрый вечер. Понимаете, ваш номер телефона мне дал Столбов Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, я вас слушаю. Понимаете, в чем дело? Я начинающий коллекционер. Ну да, появились деньги, как-то хочется вложить их во что-то стоящее. Так вот, Сергей Васильевич сказал, что у вас может быть марка «Оранжевая республика». Такая марка у меня есть, а цена вам известна? Значит, что, давайте не по телефону. Я готов к вам подъехать прямо сейчас. Ну, хорошо. Да-да. Записывайте адрес. Диктуйте. Я готов записывать. Клиентка Галина Платонова сомневается, что ее муж Иван умер естественной смертью. После похорон она нашла подозрительный пинцет. Дочь Татьяна обвиняет в убийстве отца своего сводного брата Александра. В день происшествия Платонову была доставлена бандероль. Друг Платонова Столбов считает, что в ней находилась уникальная коллекция марок, стоимостью которых интересовался некто Виктор Савин. О, идет домой, красавец. Матери еще нет дома. Ну, у него, наверное, ключи есть. Матери дома нет, так можно прийти и украсть все, что угодно, да? Тварь подзаборная! Отца родного хоронить не пришел! Стыдно не было!
Скажи спасибо мачехе, что она тебя жалеет, урод! Да пошла ты, сестричка! Что я не сказал? Мог прийти! Почему? Не мог прийти, когда батя упал! Почему? Когда батя умер, я в отрезвителе был! Бедненький, несчастный да? он! В отрезвителе был! Да руки ты убери! Любой мент тебе скажет, где я был! Поняла, да? Иди отсюда! А когда хоронили, да руки убрала! Когда хоронили, я вообще не помню, где я был! Бедный, с горя он не помнит, выпил. Где он был! С горя выпил, понимаешь? И что? Иди а вещь, отсюда! Что вещи тебе? Пришел взять отца моего! Родного, между прочим! Иди, иди отсюда, я сказала! Мать тебя вещи заберет и не проспись! Иди, пока я милицию не вызвала, урод! Ну ты... Урод, иди тварь! Отсюда! Козел! Что называется? Игорь Петрович? Да, Сережа? Мы только что видели разборку Александра с какой-то девушкой, очень боевой, прямо возле подъезда они сцепились. Так вот он и уверяет, что... В день смерти отца был в отрезвителе. Ну, это мы можем легко проверить. Ну, судя по всему, он хотел забрать вещи отца. А, ну это, наверное, что-нибудь из тех вещей, кому там что-то за бутылку обещал. Пальто или куртку. Ну и что нам теперь делать? Будьте на месте. Не светитесь там перед жильцами. Да, ждите меня. Я скоро буду, у меня очень интересные новости есть. Хорошо. Так, ребятки, сейчас поднимаемся в 8-ю квартиру. Так мы же там уже вчера были, там мужчина нам открыл такой солидный и сказал, что в день смерти Платонова его дома не было. Значит, он вас видел. Что ж, останетесь этажом ниже. А мне надо его повторно опросить. И будьте начеку. Здравствуйте. Моя фамилия Лукин. Это я вам звонил. Да-да, проходите. Спасибо. Прошу. Ну, и где эта знаменитость? Ну вот, пожалуйста. Вот она, Оранжевая Республика. А, вот это, да? Да нет, что вы. Вот она. Объект вашего вожделения. Прекрасно. Вы знаете, мне кажется, я тоже смогу вас удивить. Меня? Да. Мне кажется, такой раритет достоин прикосновения другим раритетам. Ведь это ваша вещица. И зря вы искали его на полу. Он упал в ведро с клеем. Вы из милиции. Я не виноват. Я сейчас все объясню. Присядьте, присядьте. Конечно, объясните. И не только мне. Минуточку. Алло, Сережа, зайдите к Галине Алексеевне и вместе с ней приходите ко мне. Где? В 8-й квартире. Да. Галина Алексеевна, я сам не ожидал такого результата расследования. В день смерти ваш муж получил ценную бандероль из Заречного от своего дяди. Я думаю, хоть раз в жизни вы о нем слышали. Да, да. Так вот, в бандероле была коллекция марок, ценная коллекция. Понимаете, одна марка, целое состояние. Так вот, ваш муж в марках тоже ничего не понимал. И поэтому пригласил своего соседа, коллекционера-филателиста. Так это ты убил Ваню? Да. Галина Алексеевна, успокойтесь. Сережа, смотри, придет. Успокойтесь. Да это не так, я не убивал Ивана Семеновича. Успокойтесь. Я увидел марки, побежал за пинцетом и лупой. Когда пришел, Иван Семенович стоял на стремянке, вешал люстру. Я стал рассматривать марки и увидел одну, о которой мог только мечтать. И я невольно вскрикнул, а Иван Семенович, я не знаю, он испугался или как-то неловко повернулся, и он упал. Я не убивал, я же не знал, что так получится. Ты даже скорую не вызвал. Ты, наверное, эти свои марки проклятые схватил и быстро домой. Да не виноват я. Я же знаю, что эти марки так и сгнили бы у вас где-нибудь в тумбочке. Вам не понять их ценности, вам не понять их уникальности. Хватит юлить.
Те, кто забирает ценность у мертвецов, называются мародерами. И во время войны таких ставили к стенке. И расстреливали без суда и следствия. Вот интересный вопрос, как вы теперь со своей совестью будете разбираться? Да какая у него совесть? Какая совесть у него? Совесть! Галина Алексеевна, главное, что коллекция теперь ваша. Спасибо вам, ну, спасибо. Что, ну, знаете, что? У меня теперь хоть сердце на месте. А то ведь Танюша думала на брата. А я знала, не мог Саша. Папанечка. Савину удалось уговорить Галину Платонову не возбуждать уголовного дела. Коллекцию марок продали. Часть денег ушла на лечение Александра от алкоголизма. Савин занимается обменом. Жить рядом с Платоновыми ему не позволяет совесть. Забываешь. Когда право бьешь, он весь в удар. И ногой весь в удар. Давай. Открылся. Опять открываешься. Вот, ты встал и закрылся. Вот, на рука пошла. Куда ты ее вниз опустил? Игорь куда? Петрович, вот она, да. К вам клиентка Татьяна Стрельникова. Проводи, пожалуйста, мой кабинет. Пусть меня подождет. Я сейчас переоденусь и спущусь. Ага. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Петрович. Слушаю, что у вас случилось? У нас исчезла няня. Мы уезжали отдыхать, и после нашего приезда она не вышла на работу. И как зовут вашу няню? Людмила Куприянова. Вы ей звонили? Она жила практически у нас. А ее родители и сын, у нее есть сын, где-то за городом. Там нет телефона. Понятно. А адрес ее вы знаете? Адрес должен быть в контракте. Мы заключали контракт с агентством нянь. Но я, к сожалению, его не взяла. Хорошо. А как называлось агентство? «Солнышко». Скажите, а с чего вдруг вы решили разыскивать няню? Ну, взрослый человек, мало ли свои проблемы. Я обнаружила, что у меня пропали некоторые драгоценности. А главное, это старинное кольцо. И вы подозреваете няню? Ни в коем случае. Я боюсь, ее могли ограбить, ударить, вырвать сумочку, выкрасть наши ключи. Может быть, она где-нибудь без сознания, в больнице. Ну что ж, попробуем разыскать вашу няню. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. Шеф дает задание помощникам найти контракт няни и съездить по адресу, который там указан. Может быть, ее родные что-то знают. Еще необходимо обзвонить больницы, бюро несчастных случаев, достать фотографии пропавшей и осмотреть место, где хранились драгоценности. Помощники отправляются на квартиру к клиентке. Где шкатулка ваша? Вот, пожалуйста. Ага. Скажите, квартира у вас на сигнализации? Раньше была на сигнализации, но сейчас мы от нее отказались. У нас всегда кто-нибудь дома. Сейчас я со шкатулочкой немного поработаю. Алло, это справочная? Скажите, пожалуйста, к вам не поступала Куприянова Людмила Леонидовна? 32 года. Нет. Спасибо большое. Всего доброго. Очень много отпечатков. Наверное, это мои пальцы. Все же скажите, никто, кроме вас, не мог заглядывать в шкатулку? Наверное, никто. Женька маленькая. Здравствуйте. 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 Что это такое? Кто это? А, это из детективного агентства, я тебе говорила. Это моя мама, Зинаида Андреевна. Зачем нужно было обращаться в детективное агентство? Сдалась тебе эта няня, чертова. Ушла и ушла, и бог с ней. Чего ее искать? Мама. Ты бы лучше вещички свои проверила, не прихватила ли она чего еще? Мама. Что мама?
Ты прекрасно знаешь, что я ей никогда не доверяла. А что, были причины ей не доверять? Конечно. Ведь она уже пропадала так у нас. А потом заявляется через полгода. Говорит, возьмите меня обратно. Взяли на свою ты голову. Ты же ничего не знаешь. А что мне знать? У нее были сложности дома. У нее сложности были дома. Это у тебя были сложности, когда ребенок остался без няни. Маленький мой. Пойдем поговорим. Здрасте. Ну и что вы здесь делаете? Из этой шкатулки пропали драгоценности. То есть как пропали драгоценности? С чего вы это решили? Что вы вообще делаете здесь? Вы что, собираетесь ее унести? Нашу шкатулку? Никто ничего не уносит. Я просто выполняю свою работу. На этой шкатулке могут быть отпечатки пальцев преступника. Какого преступника? Татьяна! Татьяна! Ты посмотри, что он делает. Он снимает отпечатки пальцев преступника. Какие отпечатки? Позволь узнать у тебя. Я тоже думаю, что это не поможет. Кроме меня в шкатулку никто не заглядывает. Вы слышали? Вы слышали, что она сказала? А почему вы так волнуетесь? А почему вы распоряжаетесь в чужом доме? Почему вы себя так нагло ведете? Никто не распоряжается. Я окончил. Это все ты. Алло. Игорь Петрович. Да, Сережа. Тут такая ситуация. Я с отпечатками работал, а вдруг мать нашей клиентки появилась. Ну и что? Очень странно себя вела, нервничала как-то слишком. Чуть шкатулку эту у меня из рук не вырвала. Это какую шкатулку? В которой драгоценности лежали? Ну да. Ну что ж, вполне возможно, что кражу могла совершить сама мать Татьяны. Надо бы получить ее пальчики. Каким образом? Ну, постарайтесь добыть какой-нибудь предмет, к которому она прикасалась. Хорошо, я понял, постараемся. Ну все. Женщина приблизительно возраст 30-32 года, блондинка. А где можно узнать? Да, хорошо, сейчас я перезвоню, спасибо. Ну, чего тебе? Ну, пока ничего. В общем, в больницах Куприянова не поступало. И несчастных случаев с женщинами, похожими на нее, тоже не было. Остаются только морги. Не, ну морги это рановато. Надо бы еще к ее родителям съездить. И еще вот что. Мать Татьяна себя странно вела, когда я работал со шкатулкой. Поэтому было бы неплохо найти ее пальчики. Сможешь? Да, сейчас попробую. Жди. Разуй глаза, дочка. Посмотри, что у них там творится. Вы с Илюшенькой в театр собираетесь, он идет с вами. Нет, он с Людмилочкой своей в зоопарк идет. Пожалуйста. Ну что ты говоришь? Ты же знаешь, Люда после зоопарка уезжала домой. Вот и сразу бы ехала домой. Сразу. Вместо того, чтобы по зоопаркам шастать с чужим мужиком, а потом с ним в ресторане сидеть. Что ж ты совсем ничего не понимаешь? Ну пообедали они в ресторане. Ну что тут страшного? Простите, пожалуйста, можно водички попросить у вас? Андрей сам предложил. Дома же обеда не было. А с чего быть этому обеду? Если твоя Людочка все книжки читает. Спасибо. Да она их твоему внуку читает. Ну и что? Отлично. Вечером вовсе слечим? Побывав в доме клиентки, помощники детектива отправляются к родителям пропавшей няни. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а Людмила дома? А, нет, деточка, Люда в городе. А она у Стрельниковых, там, где няня работает? Нет, она не у Стрельниковых. Вы проходите, проходите. Чего в дверях-то стоит? Спасибо. На кухню проходите. Вот насчет Людочки приехали. А зачем вам Люда? Вы откуда? А, меня Лина зовут. Я из агентства по найму нянь. Нам с Людмилой надо контракт перезаключить на следующий год. Вот. Я к Стрельниковым, а они говорят, что она домой уехала. Ты давай пряники бери. Спасибо. Ты тоже из агентства, да? Нет, я не из агентства. Там Ленка работает, я так за компанию. А Люда только на Новый год приезжала. А уже второго они собрались и в город уехали. С сыном? И с сыном, и с дочкой. Петя с севера вернулся и забрал их в город. У него там работа, они теперь квартиру сдавать не будут. Будут сами в ней жить.
А Петя это кто? Петя-то Людочкин муж. А у них разве двое детей? Теперь двое. Отец, ты лучше в кладовку сходи, варенье клубничное принеси. Петя на севере работал 5 лет. Людочка все время к нему ездила в отпуск. И оттуда привезла Леночку. Леночке через 3 месяца исполнится. Мать, поди-ка сюда, а то я что-то запутался. Слушай, я ничего не понимаю. В анкете агентства было ясно написано: мать-одиночка и сын 9 лет. Откуда у нее муж? Да, странно. Ты зачем людям голову морочишь, а? А что я им сказать должна? Терпеть не могу вранья. Так и не ври. Кто тебя заставляет? Сиди себе да помалкивай. Извините, пожалуйста, а где вас можно руки помыть? А вот здесь помой. Спасибо. Ну что, вы думаете, что Людмила к Стрельниковым больше не вернется? Да какой ей к Стрельниковым-то? Тут такой скандал был. Отец, ну зачем людям наши скандалы? Ну зачем люди при живом-то муже прислугах работать? Муж сам семью прокормит. И в нянях Люда не останется. Так что контракт вам перезаключать незачем. Нет, ну тогда в любом случае нужно с ней встретиться, чтобы оформить расторжение договора. Может быть, вы знаете, как ее можно найти сейчас? Ой, а адрес-то городской, я ее не помню. Они ведь там и не жили почти. Ну, может быть, где-то записан адрес? Ну, разве что расчетную книжку поискать. Где-то была. Давайте посмотрим, а? Сейчас поищем. Кем на серый Петр работал? Кем ставили, тем и работал. Рабочим, что ли? Ну, вроде того. Ну, а где? В городе, на предприятии там? Они... Ну, откуда я знаю? Ну, а город какой? Да что ж ты привязался, как банный лист? Какой город, какое предприятие? ИК-12 его предприятие. Сидел он под Читой. 5 лет оттарабанил, и Новым годом вернулся. Извините, я не хотел. Да ладно, чего уж, дело-то прошлое. Людка скрывала, потому что боялась, что ее в приличный дом не возьмут из-за мужа уголовника. А жить-то надо было как-то. К детективам обратилась Татьяна Стрельникова. Пропала няня, работавшая в семье, Людмила Куприянова. Вместе с няней пропали некоторые драгоценности. Помощники шефа, приехав к Стрельниковым, сняли отпечатки пальцев со шкатулки, где хранились драгоценности. Этому почему-то очень противилась мать Татьяны. Позже детективы навестили родителей Людмилы. Выяснилось, что няня не мать-одиночка, как указано в ее анкете, а замужняя женщина с 2 детьми. Ее муж Петр недавно вышел из заключения. Значит, Петя ее там на севере не работал, а сидел? Да. Сколько, 5 лет, он сказал? Да, 5. И Леночку они там же и прижили. А Леночке сколько? 3? 3. А, ну теперь понятно, почему Людмила на Отстрельникова так надолго уезжала, на 30 дней. Да. Алло? Здорово, Семенович. Лукин моя фамилия. А, привет, Игорь Петрович. Какими судьбами? Ну, слушай, ты же знаешь, я к тебе только с просьбами. Опять за помощью. Слушай, Семенович, мне человечка надо пробить. Что за человечек-то? Записывай. Фамилия, предположительно, Куприянов. Зовут Петр. Освободился где-то под Новый год. А сидел под Читой, ИК-12. Жди, сейчас посмотрю. А чего он тебе понадобился-то? По какому делу? Да так, ничего военного. Знаешь, разыскиваю его жену. Она работала в одной семье няней. Ну и неожиданно пропала. Вот пытаюсь ее найти. Понятно. Так, сейчас. Пиши. Давай, я готов. Куприянов Петр Семенович. 65-го года рождения. Слушай, а статья какая? Статья 158. Кража. Зарегистрирован по адресу Строительная, дом 8, квартира 89. Записал? Да, Семенович, спасибо. Слушай, еще одно... Одна просьбочка к тебе. Завтра мои орлы подскочат. Дай им, пожалуйста, пальчики и фотографии этого Куприянова. Сергей сейчас на Строительной? Да, с утра заступил. Пальчики на шкатулке явно не Куприянова. Это что у нас получается? Мужчина брутальной наружности? Тебе как? В каком смысле? Ну, женщинам такие должны нравиться.
Да нет, я не знаю, ну как так по фотографии скажешь? Надо живьем смотреть. Ну что ж, отправляйся к Сергею на Строительную. Будешь смотреть живьем на Куприянова. Может быть, что-нибудь и углядите. Вы Лукин? Да. Вы извините, что я без звонка. Тут девушка сильно нервничает. Я Андрей Стрельников. Понятно. Наталья, все в порядке. А вы раздевайтесь и прошу в мой кабинет. Спасибо. Я слушаю вас. Да я, собственно, хотел вас послушать. Моя жена вроде затеяла какое-то расследование, пропала няня. Вы что, действительно можете это ее найти? А что вас так удивляет? Да ну, как-то странно просто. Пропал человек. Дело в том, что Татьяна волнуется, что с Людмилой могло что-нибудь случиться. Да что с ней могло случиться? Ну, приболела, может быть. У родителей, наверное. А у родителей ее нет. Ну, что значит нет? А где же она? Просто она живет по другому адресу в городе. И что, у вас есть ее адрес? Ну, замечательно. Давайте мне этот адрес и закончим с этими формальностями. Дело в том, что наш клиент, ваша жена, а не вы, просила выяснить кое-какие вопросы. Какие вопросы? Вы нашли человека? Давайте адрес и покончим со всем этим. Если вы так настаиваете, вот вам адрес. Но учтите, это адрес не точно, мои помощники еще проверяют. Ничего, я сам разберусь. Андрей. Да. Скажите, а что, Людмила ваша любовница? А какое это имеет значение? Вы что, полиция нравов? Или вы хотите мне нотацию прочитать? До свидания. Помощники шефа обнаружили Людмилу Куприянову. Необходимо проследить и за Людмилой, и за ее мужем. Помощница шефа отправляется за няней, помощник остается ждать самого Куприянова. Слушаю. Да. Игорь Петрович, Людмила Куприянова сейчас в скупке оценивает кольцо. Массивное такое, с камнями. Она его продает? Да, она его продает, кажется. Хорошо, пусть продает. После того, как она уйдет, сними ксерокопию с квитанции, паспортные данные и подпись клиента. А это уже улика. И если в магазине будут кочевряжиться, ты им скажи, что кольцо, возможно, краденое, а скупка краденого – это уголовно наказуемо. Хорошо, поняла. В общем, докладываю, Людмила вернулась. Так. Куприянов никуда не выходил. Никуда не выходил. А вон, кстати, он. Ну что ж, я думаю, пора мне с ним познакомиться. Я тут? Пока, да. Мужчина, извините, одну минуточку. Вы не подскажете, вы Куприянов? Ну. У меня к вам один вопрос. Скажите, а где вы взяли кольцо? Кольцо? Да. Куда? Успокойся! Нормально? Нормально. Да и что, мужики? В чем дело-то? Вставай. Ты что бегаешь? Так я тебя спрашиваю, где ты взял кольцо? Какое кольцо? Ты что мне шьешь, начальник? Какой тебе начальник? Я ничего тебе не шью. Я неинтеллигентно, заметь, интеллигентно спрашиваю. Где и когда ты взял кольцо, которое продала твоя жена? Кольцо? Да то, что Милка скупку снесла. Да. Так она сказала, что ей его подарили. А если его подарили? Что тогда дернулся бегать? Я у тебя интеллигентно спрашиваю, кто снес кольцо у Стрельниковых? Ха. Слышь, я месяц как откинулся, а ты к мне со своими интеллигентными вопросами. Где, чего, откуда кольцо? Ну и что ж теперь? Если я с зоны пришел, тебе по жизни виноват, что ли? Ну ладно, 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 извини. В дом-то пригласишь? Мне с Людмилой своей поговорить надо. Ну в дом-то? Ну в дом можно. Ну пойдем, пойдем, извини. На машине посижу. Давай. Пойдем. Скажите, Людмила, а что за колечко вы сегодня снесли в скупку? Обычное колечко. Обычное колечко. А где вы его взяли? Мне его подарили. И кто же вам сделал такой подарок? Да я не могу вам сказать. Зато я могу вам сказать. Это кольцо было украдено у Татьяны Стрельниковой. А вы это прекрасно знаете. Да вы что, с ума сошли? Это кольцо мамы Андрея. То есть вы хотите сказать, что его вам подарил Андрей Стрельников? Да. А он знал, что вы хотите от них уйти? Да, я ему сказала. И он пытался вас остановить, удержать? Да. Кинулся в комнату и притащил мне все эти
ценности. И... не знаю. И вы их взяли? Взяли? Жалко ее. Она уже Пашку родила. А я все 3 года счастья свое искал. Никак нагуляться не мог. А она ждала. Ну и дождалась. Наконец. Женился на ней. Так всего 1 год и прожили. Я и подсел по глупости. Ну да, по уму мало кто туда попадает. Ну да, конечно. Она-то отличница, красный диплом, в садик навороченный устроилась. Ей для полного букета еще мужа уголовника не хватает. Выходит, скрывала от всех. И Стрельникова не знали. Конечно, не знали. Отдайте все ему, мне ничего не надо. У меня муж есть, я мужа люблю. Люблю, люблю! Вон твоя любовь лежит! Две дырки сопит. Этот гад ее в 1-й год использовал. Паскуда. Да я и сам хорош. Где-то и сразу отписал, чтобы не ждала. Нарядный ты парень получаешься. Ну а дальше что? На что? Ну простила, а что делать-то? Ничего, проживем как-нибудь. Благородный, значит. А вот подарочками ты его не побрезговал. Ты меня этими подарочками не попрекай. Тварь еще за эти подарочки кровью умоется. Детективы расследуют дело о пропавшей няне Людмиле Куприяновой. Она, никого не предупредив, покинула семью Стрельниковых, где работала 5 лет. Вместе с няней пропали некоторые драгоценности. Выяснилось, что няня была любовницей главы семьи Андрея Стрельникова, а ушла из семьи после того, как из заключения вернулся ее муж Петр. Более того, выяснилось, что пропавшие драгоценности были подарены Людмиле самим Андреем Стрельниковым в попытке ее удержать. Добрый вечер. Мне бы, собственно, Людмилу. Людочка. Ах ты, паскуда! Ты мразь! Паскуда! Остынь! Ты чего, по зоне соскучиться успел? Этот гад еще ко мне в дом пришел. Милу ему. Я ему такую милу дам. Паскуда. Всю жизнь помнить будет. Ты же на волоске висишь. Шаг лево, шаг вправо, опять сядешь. А что, Игорь? Ему теперь ходить, что ли? Жен чужих портить? Но он у меня, тварь, кровью умоется. Ох, дурак ты, Куприянов, ох, дурак! Успокойся! Знаешь что, Игорь? Ты хороший мужик. Но ты лучше уйди. Это мое дело. Алло, Игорь Петрович. Ну, Куприянов явно пасет. С самого утра ходит вокруг. И еще, вы знаете, у него нож. Да, я точно видела. Хорошо, поняла, жду. Ну что ж, я думаю, можно считать дело закрытым. Людмила нашлась. Кстати, и драгоценности тоже нашлись. Вот только кольцо вам придется выкупить. Я вам дам адрес скупки. Кольцо-то мамино. Нет, подождите. Если кольцо оказалось у Людмилы, значит, это она его украла. Вы сказали, она сдала его в скупку. Таня, я потом все объясню. Я считаю, нужно довести дело до конца. Если она украла... Она не украла. Как же? Вот так. Это я ей отдал. Что значит отдал? Мое кольцо? Не твое кольцо. Это кольцо моей матери. Но ты мне их подарил. Я подарил, я и забрал. Ты живешь, не замечая ничего вокруг себя, как в вакууме. Ты даже не видишь, что я не люблю тебя. Ведь я хотел сохранить семью. Я просил тебя, давай родим ребенка. Я просил тебя, давай родим мне дочь. Но ты не можешь. У тебя фигура, у тебя бизнес, у тебя работа. А Людмила родила мне девочку. И теперь по праву все драгоценности принадлежат ей. Кому? Людмиле? Да нет же, Леночке, моей дочери. У нас все драгоценности наследуются по женской линии.
В вашей семье. А я кто? А ты? Тань, мы будем разводиться. Я вас, конечно, обеспечу, но жить я собираюсь с Людмилой. Постойте, постойте, Андрей. Не спешите. Куда ж вы собираетесь деть мужа Людмилы? Какого мужа? Ну, того, который собирался набить вам лицо. Помните, когда вы приходили к Людмиле? Что за бред? Какой муж? Да, это муж Людмилы. И, кстати, любимый муж. Так что не спешите с разводом-то. Может, стоит покаяться, глядишь, вас и простят. Ведь Людмилу муж простил. Этот бандит? Ну почему же сразу бандит? Мужчина брутальной наружности. Такие, знаете ли, женщинам нравятся. Паскуда, говорил, кровавыми слезами молишься. Нож бросай! Игорь, ты что ли? Я что ли? Ты же меня чуть не завалил. Что, опять под статью захотел? Хочешь на зоне отсидеться, да, пока дети подрастут? Пусть их Милка одна подымает. А ты что, за меня беспокоишься, что ли? Беспокоюсь, понравился. Да ты вроде не баба. Слушай, Кубрянов, помолчи, а? Помолчи! Да пошел он, этот Стрельников. Вот это правильно. А вот это правильно.